сегодня, 12 декабря 2013 года, общероссийское общественное движение в защиту прав обманутых дольщиков «Сила движения» на главной площади Екатеринбурга проводит митинг, который приурочен к 20-летию Конституции Российской Федерации. Очень холодно, дует сильный ветер, но нас это не останавливает. Обманутые дольщики дружно вышли на митинг с новыми баннерами. Миллиард из бюджета решает коммерческие задачи «Маяка» и увеличивает количество обманутых дольщиков Нового Града. Россия – страна обманутых дольщиков. Каждый третий дольщик обманутый. Фрезеровщиков 35. Из-за коррупции властей новая хромая лошадь Екатеринбурга. Благодаря помощи региональных властей 500 обманутых дольщиков Нового Града остались без жилья. Требуем отставки Александра Хинштейна. Требуем отставки губернатора Евгения Куйвышева. Возможности для мошенников создало государство, а виновными делает дольщиков. Россия – страна обманутых дольщиков. Каждый третий дольщик обманутый. Вот как раз здесь на митинге представители Нового Града. Николай Николаевич.